снег на побережье никогда зимой долго не лежит. Тем не менее, даже в те 2-3 дня, когда он идет залпово, жизнь курорта резко осложняется. Во-первых, потому что Сочи – горная местность. Во-вторых, очень много снега может выпасть буквально в считанные часы. И тут необходима слаженная работа всех районов администрации, координирующих эту деятельность, дорожников и полиции. Важно, чтобы как только появятся первые хлопья снега, на дороге вышла специальная техника. Она должна работать в первую очередь на подъездах к социально значимым объектам, к поликлиникам, больницам, школам и детским садам. В режиме часа продумать, сколько времени уходит КДМ-ке, то все понять. Первый час эта машина здесь убирает, потом эта машина здесь убирает и так дальше. Вот такой должен быть алгоритм, и он должен понятен на тот случай, если будет снег. Нас пугают, скажу честно, что в этом году будет достаточно тяжелая зима, снежная зима, и к этому надо быть готовым. Ну, одно дело город, другое – Красная Поляна. Там и температура воздуха ниже, и снега больше. А как известно, зимой к нам приезжает огромное количество лыжников и сноубордистов. И подходы, и подъезды к горнолыжным курортам должны быть почищены. Сегодня наличие снегоуборочной техники и в целом подготовку дорожных служб проверит Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи. Глава города отметил, в период снегопада сотрудники ГАИ должны вовремя выставлять свои посты для контроля движения транспорта, например, на Мамайском перевале, чтобы из-за снежных заторов не образовывались на федеральных трассах огромные пробки. Кроме того, необходимо контролировать парковку машин. В преддверии большого снегопада автомобили на проезжей части оставлять категорически нельзя, что они будут эвакуированы. Это будет ЧС. В рамках ЧС, значит, мы имеем право делать производить все действия. На совещании было отмечено, что только при совместной работе городских служб и полиции можно избежать непредвиденных ситуаций во время снежной стихии. Глава города распорядился проверить, есть ли у районных администраций договоры на уборку снега с соответствующими фирмами, а также проконтролировать наличие песчано-соляной смеси. Кроме того, нужно постоянно напоминать сочинским водителям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю, вплоть до размещения этой информации на информационных табло вдоль дорог. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.